О необходимости снятия санкций в отношении России говорили в Париже. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев встретился с представителями французских компаний, которые давно работают на российском рынке. По словам бизнесменов, они не будут сворачивать сотрудничество, однако санкции мешают выполнению многих инвестиционных проектов, в том числе в сфере энергетики и инфраструктуры. Санкции, безусловно, уже мешают такому режиму, потому что во многом инфраструктурные проекты это основываются на механизмах финансирования. И когда французские коллеги задают вопрос, почему более активно с китайскими партнерами развития отношений, то ответ очень простой. К сожалению, санкционный режим препятствует французским и другим европейским компаниям добиться того же эффекта, то есть предлагать комфортные условия для реализации инвестиционных проектов.